Приветствую всех любителей рыбной ловли. Меня зовут Юрий Тетерин, и это очередной выпуск «Болен рыбалкой», который я хочу посвятить ловле окуня на микрожигу снасть. Несмотря на то, что сегодня погода такая более-менее солнечная, на улице довольно морозно. Сегодня выпал первый снег. На улице с утра было минус 2, но сейчас где-то около 0. Но я к этому подготовился, хорошо оделся. И думаю, окунь меня сегодня не подведет, и мы вполне хорошо его половим. Ну, в принципе, я был 2 дня назад на рыбалке, но не в этом месте, а в другом. Рыбалка была никакусенькая. Один окунь всего лишь сошел, и больше рыбы я никакой не видел. Но думаю, в этот раз все будет по-другому. И я половлю рыбу хоть немного, но все-таки поклевки будут. Ну, начнем собираться к рыбалке. Видимо, со ступенем холодов рыба тоже попала в транс, как, наверное, и люди. У всех апатия, депрессия, осень, холодно. Но я думаю, что-нибудь все равно разловим с пустыми руками идти домой. Края, вот сколько участок реки большой прошел, все по нолям, поклевок нету. Ну, в принципе, место я выбрал такое для джиговой рыбалки. Плохое. Здесь очень много травы, соответственно, вся трава сейчас осенью упала вниз на дно. И даже осетный крючок, вот там тина, ил, вот такая фигня. Не спасает, забивает, да. Сама приманка вся и все вот этой гадостью и. Проводка не удается нормально. Ну сейчас вот здесь вот такое местечко, вроде более-менее. Может тут еще не удается куда-то поймать. Ну вот, удается поймать первого окунька, вполне такого солидного, можно сказать. Сетный крючок, парамакс из строчек. Недавно про него отчет делал. Ну что ж, сегодня на микрожиг не попался только лишь один окунек. Надо возвращаться в сторону дома, тем же маршрутом, каким пришел. Надо попробовать ловить на вертушечке и, возможно, на лоблерочке. Может, это какой-то даст мне результат. Ну, хотя бы еще одного окуня поймать бы. Так сказать, так укрепиться. Ручку берем. Вот зашел рису такую. Не попробовал, даже покидал. Место интересное. Думаю, сейчас лед встанет, можно будет сейчас ходить зимой в закрытой воде как. Так, что у нас попробовать здесь можно? Пожалуй, вот эту вертушечку поставлю пока средненькую. Нулевой номер Maps XD. Ненадолго меня хватило в плане блеснильщика, решил перейти обратно на микрожиг. Не знаю, что там, не
понравилось изловить на вертушке. Я вообще как-то не нравится, да. Вертушки тем более. Поменял. И срок, но поставил приплотничек. Поклевка вот так вот выглядит, строчек именно на том же месте, где я первую окуня поймал. Пистер очень соленый, но окунь, походу, был очень мелкий. Но, надеюсь, все равно его выдрузим. Хороший будет такой ударчик, но по окуневым меркам не вкусный поклевка. Ну вот, наконец-то удалось укрепиться. Долго он не бил тут. Уже хвостик практически оторвали мне. Может, не он, конечно, там вот не один стоит. Вот хвостик уже на честном слове держится. Думаю, все равно не поменяю, пока не порвут они его до конца. На каждом забросе тычок. И вот, наконец, попался. Укрепился. Результат. О, давай, показывай свой ракес. Надеюсь, там у тебя еще братья ждут. Точка рабочая, вот одна единственная. Вот, и сегодня уже второго огня на нее поймал в ударном пути. Тут строчек. Сейчас покажу. Вот такой вот. Даже видно гранул соли. Но вкус попробовал. Очень соленый. Фирма Big Bait Baits. Big Bait Baits, который типа того что-то. Опять поклевочка была, другой тип строчек, уже такой светлый, той же фирмы. Травки насобирал, но все равно опять белый пестрочек помог. Вот такой же фирмы, только там треххвостый такой, с тремя окончаниями, здесь с одним. Опять, ну они какие-то стандартные сегодня, хотя бы не. Тихо. Покажи тогда гребенштейн твой. О, красавчик. Ну теперь я уже точно рад рыбалке. Ну что ж, я думаю, пришла пора нам с вами прощаться. Но не совсем еще прощаться, просто завязываю с рыбалкой. Ведь я думаю, на этом месте много рыбы мне все равно не поймать. Я приходил сюда не за этим, чтобы наловить много рыбы, а просто отвести душу. Опять
был неплановый выходной. И, как сказать, его проводить не дома, а где-то вот подышать свежим воздухом, поймать пару рыбешек, это уже большой успех. Так что, думаю, рыбалка в каком-то плане сегодня удалась. Я нисколько не жалею, что сегодня сюда пришел. Сейчас будем спадывать удилище и отправляться домой. Вещи собраны. Теперь около часа прогулочным шагом до дома. И я отдохнувший, слегка физически уставший, но вполне довольный собой, вернусь домой. Люблю прогуляться по осеннему такой природе, по осеннему леску, полям. Приносит массу удовольствия и позитива. Ждите новых выпусков «Болен рыбалкой». Спасибо, что посмотрели это видео. Если понравилось, ставим палец вверх, подписываемся на канал. Всем пока, до скорых встреч. С вами был Юрий Тетерин. И очередной выпуск «Болен рыбалкой».